Друзья, всем привет! В этой серии мы вам покажем разницу между простой Нивой 3D и моей пятидверной, где установлен самоблок. Мы заехали на горочку, где лед, и пробовали тронуться, где свободный дифференциал и самоблок. У меня установлена летняя резина, у человека была установлена грязевая резина. Вот. Ну и посмотрите сами, кому интересно, как работает привод на Нивах. Просто видео в основном записано для одного подписчика, который писал, зачем ты блокируешь дифференциал, когда у тебя и так полный привод. Якобы у меня всегда постоянно крутятся 4 колеса. Я ему говорю, что ты не прав, то, что у Нивы работает без сключенного дифференциала. Одно колесо буксует, сключенным два, те, к которому легче. Тут нет уперся, говорит, у Нивы постоянно полный привод. Но это вот одно из них. Видос, в принципе, не длинный, так что запасайтесь чайком, конфетками, печеньками, смотрите с удовольствием. В конце мне согнули прицепное устройство, мы там на горе забуксовали, короче, мне почти оторвали заднее прицепное устройство. Спасибо за помощь, что поддерживаете мой канал, меня, смотрите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Ну что, поехали смотреть дальше. Благодарю за поддержку Романа Михайловича, Ивана Владимировича, Степана Александровича, Александра Григорьевича. Спасибо. Привет. Встретились с подписчиком Виталий. Я Виталий. Вот Виталий тезка, да. Короче говоря, снег жесткий, в поля выехать, ну, нет возможности, машина проваливается, а покататься хочется. Короче, мы сегодня что попробовали? 31-я моя Нива, у меня АТ-шка, ну, лето, я бы сказал, резина лето. И у Виталия стоит она, как бы считается, грязевая, тоже без шипов. Да, оффроуд. Смотрите, вот видите, скользко. У меня 215-я, у тебя 205-я, да, стоит. Вот здесь такая горочка есть. Сейчас мы спустимся и в подъем, на подъеме остановимся. Посмотрим, как у меня на лете, которая самоблок установленный. Да, если она не будет трогаться, тогда включим дифференциал межосевой. Посмотрим, как здесь. Квадрики. Да он проедет. А потом Виталий на своей машине прокатнется. Быстрее отойди, Артем, отойди. Так, ну, ребят, веселее, они поехали кататься. Итак, мы начинаем. Сейчас Виталий на моей машине спустится, и мы посмотрим. И пробуем с буксом подняться. Давай, попробуй. Больше газа давай. Ну, задник два колеса гребет. Ну вот, сейчас интересней. Сейчас уже интересней. Центр тяжести сменили. Ну, видно, что... Артем, а посмотри, с той стороны колесо крутится переднее. Давай, пробуй еще. То есть крутятся только задние колеса за счет дифференциала повышенного трения. Задние крутятся только, да? Но передние не крутятся. Давай пробуй еще, Виталян, поехали. Поставили на ручник, машина, видите, скатывается. Ага, межосевой включил. Да, вот он сейчас включил межосевой, и на межосевом, на летней резине, получается, что... Прикольно, прикольно. Не, смотри, вот сейчас... Ты межосевой включил же, да? Ну, он вообще не едет. Стало три колеса крутиться. Два сзади. Она вообще не поехала. Ну, давай раскатывай. Сейчас потом твою загоним.
Давай еще сейчас оставляй также межосевой путь включенный и газу побольше. Ну вот, нашли себе развлечение. Нашли себе мое развлечение. Сын с нами поехал. А вот в натяг. Посмотрите, пытается в натяг чуть-чуть пройти. В натяг три колеса машину вытащила. Виталий на своей резине. Смотрите, тоже шипов никаких нету. В принципе, сцепление у нас получится одинаковое. У тебя самоблоков никаких нету. То есть, по сути, у тебя должно, если ты дифференциал заблокируешь, два колеса крутиться, да? Не, ну ручником можно и три. Нет, мы не будем это. Сначала ты на понижайке, а потом без понижайки попробуем. Давай, также заезжай и назад. Сначала с понижайкой. Да? Давай, сначала с понижайкой. Ребят, поймите, кататься охота, выехать некуда. Вот, собрались, как-то так. Давайте посмотрим. Здесь уже установлен свободный диф, ну, то есть заводское. И посмотрим здесь. Давайте, смотрим. Одно колесо крутится, видишь? Вот, смотрите. Крутится одно колесо. Так, это ты, Виталян, диф не включенный, дифференциал? Нет. У тебя крутится всего одно колесо. Сейчас два врублю. Давай. Блокируем межосевой дифференциал. Как здесь работают колеса? Смотрим. Сейчас ручника начнем. Крутится колеса с той стороны? А? Одно? Ну вот, смотрите, видите, в свободном дифференциале крутится одно колесо. Одно колесо. А почему? Так, что здесь? А, вот, смотрите, сейчас дифференциал включенный, и колеса будут крутиться те, которым легче. Вот колеса стоят на льду, им легче. Те и будут крутиться. Те колеса, которые загружены, они крутиться не будут. В этом и разница свободного дифференциала. И то, что у меня самоблок АВТ-шный я поставил с преднатягом. В этом разница есть. Вот, пожалуйста. А попробуй ручник поддернуть. Интересно, как он сработает. Смотрите, подтягиваем ручником, блокируем колесо ручником. Будет передаваться в свободном дифференциале, интересно? Нет. Что, срабатывает? Нет, нет, нет. Короче, ты подтягиваешь, но усилий на то колесо не переходит. Ну, она и должна чуть-чуть проходить. Ну, давай еще попробуй. Пробуй. Так, что сейчас? Ну то есть сейчас что получается? А, крутится только одно заднее колесо. Ручником немножко. Ну нет, 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 не идет. Не идет. Машину просто стаскивает. Просто машину стаскивает. Это ты сейчас что пробовал? Это вот все выключено просто на это. Ну, короче, колесо одно крутится у тебя. На второе иногда передается усилие. А ты за счет ручника? Нет? Ну, тут раз с ручником. Оно чуть-чуть так прокручивается. Ну, то есть получается, если межосевой дифференциал не включать, то будет крутиться одно колесо. Когда дифференциал ты включаешь, крутятся те колеса, которые стоят на льду. Получилось так. Те, которые колеса более-менее в нагрузке. Всегда полный привод. Должны крутиться и все колеса. Нет. А блокироваться оно с одной скоростью должно просто. Нет, вот и получилось. Вот эти правая сторона твоя крутилась.
левая стояла, потому что они были нагружены в снегу, а эти стояли на льду, и все. Это о чем говоришь, что надо зимой ездить на зимней резине, да? Ну, грязь, она для грязи. Да, да. Она вообще, он даже не хочет. Да, вот, пожалуйста, небольшой уклончик. А вот сейчас, скользко. Она попрет, как нифиг делать. А давай спустись вот метра полтора в снег, встань. И также попробуй. Ну вот, смотрите. Машину просто сносит. Ну, скользко, на самом деле, скользко. Грязевая резина. Здесь очень скользко. Ну, сейчас вот в натяг, конечно, идет. Ну вот опять, смотрите, опять же, одно колесо, просто одно колесо крутится. Одно колесо. И все, получается, такой вот подъемчик встанешь, да? Я сейчас дифференциал заблокировал межосевой? Ну давай посмотрим. Так, межосевой включили. Пробуем тронуться. Ну, здесь, во-первых, колеса стояли на снегу, и машину, то есть без понижайки, в натяг он ее вытащил. А в натяг машина, конечно, она, когда не будет колес пробуксовывать, она поедет. Ну, а попробуй больше газа. Задняя крутится. Одно колесо. Эта сторона работает. Что сам не упал, скользко. Ну вот, смотрите, опять же, эта сторона под колесами уже, как говорится, лед растопила, они и буксуют, все на этом. Поэтому, ребята, кто считает, что Нива это полный привод, это немножко не так, совсем не так. Полный привод будет тогда, когда будут стоять блокировки какие-то. На данный момент машина полностью в стоке. Сами видели, как все это срабатывало. Или одно колесо крутится, будет крутиться одно колесо, по крайней мере, на льду, то, которому легче. С включенным межосевым дифференциалом будет крутиться два колеса. Раньше я думал, что они почему-то работают по диагонали, но, к сожалению, меня потом поправили и сказали, что при включенном дифференциале колеса крутятся те, которым легче. То есть всего два, понимаете, всего два колеса. В моем случае с установленным дифференциалом повышенного трения, ВТ-шным, который именно на льду или в снегу, он отрабатывает. На диагонали он работать не хочет, дифференциал повышенного трения. Сейчас посмотрим еще разок. Конечно, были бы шипы, было бы интереснее, был бы зацеп. Вот, смотрите. Передняя и задняя, опять же, видите? Межосевой включенный. Все на этом. Что, сейчас посмотрим. Пытается заднее колесо, конечно, перекинуть. Но чем хороши, например, Дастеры, где установлено ESP,
Там, например, крутящее колесо, например, заднее, которое крутится, оно бы его притормозило бы, поджало и перекинуло момент бы на другое колесо. Так как у него свободный дифференциал, тут этого не происходит. Абсолютно не происходит. Вот и, пожалуйста, Нива беспомощна, понимаете? Так, смотрим здесь. Так, сейчас ты как? Без пониженной? Без всего. Без всего. Ну, давай, трогайся, пробуй. Резина. Смотрим. Поехали. Он опять натяг хочет. Вот, здесь, видите, за счет самоблока два колеса. Как мне объяснили, что этот самоблок ЛВТ-шный будет работать только в снегу и на льду. В полях, как мне сказали, лучше, или в диагонал, лучше так не делать, как говорится. Ну а как, я не понимаю, не делать, если ты на самом деле застрял. Так, ну что, включаем. Включаем межосевой. Ну, скатись, попробуй. Включил? Давай, пробуй. Так, сейчас мы включили межосевой. Ну, вот он в натяг ее, видите? Вот. За счет три колеса машина, конечно, вышла. То есть, два задних и одно. И на летней резине, в принципе, машина вышла. То есть, разницу сами видите. А у Виталия машина, которая на свободном дифференциале стоит. Ну, на летней у тебя даже лучше, чем на грязевой. Ну, сейчас ты как, у тебя межосевой включенный? Сейчас, да. Давай, пробуй еще раз. Понижайка выключи. Давай на понижайке, обороты более-менее побольше, интереснее хоть. Так, все то же самое, на понижайке. Попробуем. Ну, блин, она едет. Сами видите. Самоблок рулит, ребята, самоблок рулит. Ну вот, в принципе, весь итог. Самоблоки помогают, конечно, помогают. Что хочу сказать про АВТ-шный самоблок. У меня других не было. Ну и сейчас, как я стал интересоваться про эти все самоблоки. Вроде как АВТ-шный, более-менее. Хотя в Тольятти этих заводов, ну, очень много. Почему я выбрал именно АВТ-шный? Потому что сосед у меня на Шевике ездит. Ну и ребят я знаю, которые прошли там 80-100 тысяч и ездят как бы они хорошо. И он терпит, понимаете? Про другие я не знаю. Поэтому и выбрал этот вариант. Жесткие блоки брать. Но я как бы не хочу жесткие блоки брать. Стопроцентные я имею в виду. Там будет постоянно два колеса крутить. Этот самоблок, он как бы его не чувствует. Просто едешь и в поворотах его не чувствуешь. Он именно срабатывает при, как так сказать вам, когда колесо начинает пробуксовывать, и два колеса стоят, ну, в снегу или на льду. Тогда он подключается. Пробовали на диагональном вывешивании. Он трещит. Один раз он сработал. Прям слышно было так. Кшик, он его зажал и машину вытащил. В других случаях не знаю даже как. Поэтому остановился пока на этом блоке. То есть самоблоке. Пользуюсь им. Разницу вы, надеюсь, увидели. Виталий, давай, прокомментируй, что скажешь. Вот. Ну, на летней резине лучше, чем на грязевой, по-любому, потому что площадь засыпа получается побольше. Ну, может быть, да, согласен. А там пятаки, у тебя пятаками. Она просто скользит по льду и все. Угу. И она жестче, она чисто для грязи. То есть разбрасывать грязь, там песок, угу. Вот она для этого служит, но не для льда. Ясно. Так, ладно, что вот у тебя короткая, у меня длинная. Как тебе вот этот нюанс, как ощущение? Ну, это только на трассе заметишь, а так-то, в принципе, сидишь как будто на своей. Ясно. На трассе то, что база длиннее, где меньше колбасит, так сказать. Ну да. Задний самоблок как-то чувствуется, помогает он? Ну вот сейчас вот чувствуется, когда вот трогаешься,
чувствуешь, что два именно. Да, и он стал так, как-то вот так вот работать, да? Когда там видно, как когда прокручивает он, и видно, там срабатывает и начинает. Ну да, начинает два колеса задних. А когда между собой включаем. Помощник хороший, так сказать. Да. И говорю, как мне сказали, что вот именно он только, как мне ответил директор завода АВТ, вот, могу там скриншот в Вайбере, Морозов Олег, вам большой привет. Он написал, что типа самовлог только для льда и для снега. Не знаю, мне так сказал директор АВТ, так что все вопросы к нему. Я-то думал, что он будет и в снегу, и там на диагоналке как-то на работать. Диагоналке там не более трех должно быть. Да, поэтому не знаю. Но я говорю, что стопроцентный ставить как-то в моем случае он не нужен. В два раза дольше, дороже. Он подороже. Они где-то 25 стоит каждый. Да. Вот. Ну и ездить, как я езжу, например, половина там город, половина иногда выезжаем, мне он как бы не нужен. Я считаю, вот это вот мягкое включение, он более-менее такой оптимальный. Пойдет, конечно. Если его еще такой же наперед поставить, ну это вообще будет. Будет классно, да? Конечно. Я тоже так считаю. Вот. Ну что, ребята, как бы мы прокатнулись, вам сравнение показали, машины, как едут. Вот, спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, потому что в основном... Делать лайки. Да, в основном, когда смотрите, как у меня там статистика есть, 80% смотрят без подписки. Конечно, если есть возможность, подписывайтесь. Стараемся для вас. Ну все, ребята, давайте. Спасибо вам. До свидания. До следующих встреч. Да. Еще одно упражнение. На горочке. Сейчас попробуем подняться без всего. Без всего. Не хватает. Без понижайки машина, видите, небольшой подъемчик, ну и снег. Давайте посмотрим, что получится. Не хватает. Наверное, понижайку. Виталь, давай понижайку. Понижайка, включай. Не будем насиловать. Сейчас вот смотрите, здесь снег жесткий. Снег жесткий, небольшой подъемчик, и посмотрим. Два колеса тоже, видите, да? Вот интересно посмотреть. Ага. Так, не едет. Напоминаю, резина летняя у нас, небольшой подъемчик. Короче, два колеса задних работы. Давай, вот сейчас в ямку закатывайся, упирайся и включай. Не, все, стоп, остановись. Включи. Виталя, подожди, между собой включай, попробуй. И попробуй так выехать. Катни ее туда. Ой. Давай, пробуй. Так, смотри, сейчас межосевую включили. Крути, крути. Так, ну самовлог все-таки работает. Что здесь у нас? Давай. Так, ну и получается одно из передних. То есть три колеса у нас будет работать. На летней резине. Небольшой подъемчик. Ну как небольшой, нормальный. Снег жесткий, машина немножко. Вот, пожалуйста. Машина, зверь. Нормально едет. Ну, смотрим деталей. Грязевая резина. Межосевой был включенный. Понижайка должна быть включена. Давай. Ага. Давай. Сейчас провалится. Все. Все. Пробуй назад. Потихонечку. Смотрим. Так, вот вам, пожалуйста. Грязевая резина. Колесо заднее одно крутится, потому что свободно установлен дифференциал заводской. Только грязевая резина сильнее закапывается.
Да? Видишь, за счет протектора крупные. И он закапывается. Ну вот он. Решил побольше газа дать. Но, к сожалению, нет. Нет, нет, ребята, не едет. Уже выкопал. На пузо садится. Поэтому резину выбрать тоже большое дело. Вот, смотрите, пытается с разгона. Пытается с разгона. Давит газ. Но никак, никак. Выкопал до земли. Сейчас она развернется, попробует. Так, решил ходом, ходом зайти. Ну, ходом, конечно, можно зайти. Как говорится, ходом я и на девятке заеду, да? А, все. И... Так, здесь горочка немножко покруче. Смотрим еще раз. Смотрим еще раз. Снега не так много, но он плотненький. Все, видели, что произошло? Грязевая резина просто провалилась. Вот крутится по диагонали колес. По диагонали. Выбивает у него понижаечку. Вот, газ пол, результат тоже не дает. Она передом лучше даже идет. Я говорю, газ пол, а результата все равно нету. Грязевая резина закопался сразу. Да, она сразу закопалась. Сразу закопался. Так, ну что, давай вперед выезжай. На второй понижайке легко, да, везде идет. И попробуй проехать, и на моей также заедь, и по этому следу. Давай, проезжай туда. Не едет. Вроде-то и снега нет, ребята. Вроде и снега нету, но... То два, то одно колесо. Только газ в пол выручает наш автомобиль. Так, Виталий пробует. Так же, как поднимался на гору. Все, заехал. И сейчас попробуем здесь же. Холодно, минус 6, руки мерзнут. Короче, самоблоки помогают. Какой ставить, выбирайте сами. Я вам все проблемы, причины, так сказать, озвучил. Ладно, смотрите, заезжаем на моем автомобиле и пытаемся стронуться. Сейчас колею встанет. Все, давай, назад пробуй. Без ничего? Нет, все, включай сразу, поехали. Понижаечку, межосевую. Пробуй. Разницу заметили, ребят? Разница. Все, давай еще, Виталян. Еще. Вот вам разница. Самоблок, летняя резина. Без самоблока грязевая резина. Грязевая резина в снегу, оказывается, она просто закапывается. Давай пониже, пониже. Ну, давай, пробуй назад. Что-то такое ощущение, что она легче зашла почему-то. А у тебя же все-таки, во-первых, и это, самоблок. Нет, но я и говорю, самоблок. Я говорю, сцепление у тебя лучше. У меня сразу закапывается, он прям подрывает от себя. Ну, чисто для грязи. Вот там резина, АТ-шка. Просто АТ-шка резина. Вяйте Боску. Не реклама. Просто то, что у меня есть, то и ездит. Ребята, выбирать вам. Тёма, отойди. Ну все, поехали домой. Выехали мы на полчаса примерно покататься. Виталий пригласил. Вот.
Ничего, ничего-то. А я не смогу убрать, Виталь. А давай потихоньку пробуй. Не зацепится. Ну, смотрите, намного легче, чем на грязевой резине. Опа, опа, о, интересно, пошлите посмотрим. Ой. Так, что у нас получилось здесь? А тут получилось, что одна сторона у него провалилась. Так, и что у тебя получилось? А в яму попал. В яму? Да. И что, хорошая яма? Ну, так же незаметно. Вон, видишь, как сразу погружение идет. Ага, ну все, давай. Не-не-не, подожди, давай. Включай заднюю и посмотрим, как все будет у нас работать. Пробуй раскачку, газа побольше. Вот, собрались домой. У нас как обычно. Говорим всем пока. Все на этом. Застреваем. Ага. Крутится? Да, два работает. Она уже на пульсе сидит. А давай это побольше газа. Вот, смотрите, сейчас. Вот опять, смотрите. Колесо, слышите? Одно он работает, заднее. А, хрустит самоблок. Сюда уже не передается. Вот как он работает, кто бы не объяснил, не знаю. Я говорю, вот сейчас, Виталий, на данный момент. Слышал, он стал скрипеть, самоблок. То есть правое колесо стало крутиться. А это перестало крутиться. Ну, немножко там помогает. Ну, вот оно и получилось, вывесилось, и все. Да. То есть такого, что жесткого нет. Вот на данный момент, конечно, 100% блокировка, да, классно? Ну, да. Здесь, да. Да и ладно. Еще, конечно, колеса подспустить. У нас они... Ну, да, это можно, но, ребят, неохота спускать, руки замерзли уже, как бы мы так прокатнуться. Ну, все, подъезжай. Угу. Заодно и петлю проверим тогда. Подожди, не уходи. Так, ребят, напоминаю, трассы «Динамка». Человек у нас в Оренбурге их там вяжет. 1200 рублей, 6-метровый. Сейчас мы «Динамочкой» его стянем. Вот эти, что удобно, он прям, видите, как ложится. Очень удобно. Но это снимать надо. Сейчас крышечку уберем. Одень. А тебе надо задом ко мне. Вот, смотрите, тоже. То же самое. Не такая, как говорится, не внедорожник. Просто повышенная проходимость. Вместо одного колеса, как на классике, без электроники. Крутится два колеса. Конечно, когда обороты с ходом. Нива чем хороша, то что она едет ходом. Давай, Артем, иди одевай на крюк. О. Вот так, все. Здесь надо рывком динамка и как раз сдернешь. А все, что да, так, на, снимай. Да. Сейчас будет сын снимать. Я туда, наверное. Да, прям меня сдернуть надо. Передаю камеру юному блогеру. Комментирует. Короче, вон, все, поехали. Буксует оба. Один другой не может вытащить. Так, сейчас мы... Здорово.
свяжем подлиннее, Виталий. Сейчас они свяжут трос подлиннее. Снег проваливается. Стой подальше, Артём. Назад. Мне сказали стоять подальше. Надеюсь, трос мне это не порвется. Человек пытается потянуть машину. Это фиаско, бро, фиаско. Фиаско. Фиаско, братан, это. Выбираться как-то. Никак. Кажись, мы засели. Чё, по фиаско? Фиаско, бро, фиаско. Помощь автомобиля. Запели вторым трос. Помогай, всё, поехали. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Всё, стоп, 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 стоп. Фиаско, ребята, фиаско. Есть. Наконец-то. Почти вытащил. Что? Давай, последний раз. Давай еще. Он еще. Задний, пап. Наконец-то. Что у нас получилось с тобой? Родная резина Нивская едет. Грязевая не едет. Да, грязевая закапывается. Вот, стоит, назад уже заехать она не может, понимаете? То есть он скатился, уперся между тросами, натяг прошел. Все, подняться не может, трос снять не можем. Позвали человека, приехал. На родной Нивской резине. Да, только он мне там все вырвал, смотри. Ну, это кувалдой потом подправить надо. Да, вот так, ребята. Боковые он не держит. Или трубу, или кувалду. Да. Вот вам по катушке так и происходит. Ладно, что, на этот раз, я думаю, домой поедем, да? Ну да. Будем стараться. Все, я теперь... Попробую сам съехать, если получится. Все, теперь давайте, пока, всем, ребят.